мы сейчас же проживаем такое непростое время, вот, и когда была объявлена частичная мобилизация, я находилась как раз-таки в командировке. И у нас гастролировал, мы пригласили, вот как раз-таки, что касаемо цирка без животных, цирковой мюзикл «Аладдин». Он без животных, это был настоящий мюзикл, и туда вот именно цирковые номера были вот вплетены. И мне звонят из цирка, говорят: «Эмир Хамид, у нас проблема». Идут люди, сдают билеты, вот у них там мобилизуют пап, там братьев, да, у них нет настроения, им сейчас не до развлечений. Я говорю: делайте все для того, чтобы люди эти пошли. Вот все делайте для того, чтобы люди эти пошли. Уговаривайте их, я не знаю, там, бесплатно пускать, но мы должны сейчас этих людей каким-то образом вытащить из этого состояния. Ведь получилось, и ведь они возвращались и благодарили, сказали: спасибо вам большое, что вы есть. И что действительно на два вот этих вот часа вы погрузили нас совершенно в другой мир. Мы отвлеклись, самое главное, что мы были всей семьей вместе в этот момент. Вот. И сейчас у нас уже такая социальная функция. Вы знаете, я так рада, что ввели вот эту вот карту Батыр, которая позволяет семьям мобилизованным бесплатно посетить цирк. Мы когда только услышали об этом, мы были одним из первых учреждений, которые активно стали принимать в этом участие, выходить с предложениями. Потому что вот именно сейчас вот у нас вот такая функция – отвлекать людей, дарить им, пускай вот на этот короткий период, какую-то вот… Какую-то позитивную эмоцию. Я даже, знаете, надеюсь, что все будет хорошо. Благодарности. У нас же за неделю где-то среднестатистически от 30 до 50 человек проходит по этой карте Батыр. Вот. И столько благодарности. Спасибо, спасибо, что вы есть. Спасибо, что вы дарите людям такую возможность. Ведь цирк – это место, куда приходят всей семьей. А сейчас приходят родители, берут бабушек с собой. Ты вот, ну, смотришь на них, и сердце радует. Тут не зря ты работаешь. Не зря все это, значит, сделано. Здание должно… Вообще, все, что происходит в здании, должно отражать его территориальную, да, сущность. То есть мы находимся на территории Казани. В любом случае, нам вот это вот местное шоу, спектакль, постановка, неважно, действие, скажем так, да, оно должно здесь быть. И оно должно, так как мы находимся в туристическом таком городе, да, то есть и люди должны понимать, что вот они приходят в Казанский цирк, и здесь должна быть какая-то такая программа, красивая, яркая, большая, которая именно основана на татарских мифов и легендах, потому что они попадают в сказочный мир цирка, и почему бы не сделать вот такую программу. Для того, чтобы эта программа работала здесь постоянно, это должно быть сформирована своя труппа. Это намного будет выгоднее экономически, чем приглашать, ну, артистов. Да? Во-первых, это долгий репетиционный период, чтобы подготовить хорошую программу. Но ведь это же какие затраты? Привезти сюда артистов, да? Вот они там отрепетировали, они, как правило, где-то еще работают. То есть это мы только на одних дорожных расходах сколько потеряем, да? А здесь ребята местные, постоянно в доступе, постоянно на базе цирка. То есть и их содержание, как, ну, говорится, будет стоить не дороже, чем мы постоянно приглашаем артистов. Это будет не дороже. А если говорить про труппу, наверное, понимается буквально, да, что труппа будет там состоять из всех там всевозможных номеров. Это невозможно сделать, да и не нужно этого делать. Базис – это в первую очередь балет, который будет украшением, потому что на балет можно ставить любые партии. Вот работает основной номер, и его украшает балет. Вот, это придает цирку полноценность, я считаю. То есть это было, знаете, помните, раньше там представление в перьях выходили, девчонки, вот это было так красиво. А оркестр вот. У нас свой есть? Конечно, у нас такой потрясающий оркестр, потому что люди, которые вот приезжают, вот особенно вот мюзикл у нас работал, представляете, мюзикл, профессиональные вокалисты, и они давали оценку нашему оркестру. У них же была совместная была работа. Вот. Не весь, конечно, мюзикл, безусловно, что это долго очень надо было репетировать. Вот. Но, тем не менее, несколько партий было совместно с нашим оркестром. И мы для того, чтобы все-таки люди обращали внимание, потому что вся программа приезжает же с фонограммами. Вот. И у нас оркестр играет до представления, в антракте. Они сами себе там, знаете, репертуар подбирают. На дыхании льда было очень забавно это наблюдать, потому что мы прям соскучились по цирку, наполненному детьми, потому что там очень было много туристов.
Вот это папочки такие, знаете, приходили, я смотрю, там стоит. Дальше обязательно воздушные гимнасты. Вот потому что вот воздушные гимнасты, вот в моем понимании, они могут быть выступать в разных амплуа. На полотнах, да, то есть на ремнях, на каких-то аппаратах воздушных. Воздушные гимнасты тоже должны быть. Жонглеры также должны быть. Мы также можем же ведь создавать эти номера и отправлять их на гастроли. Потому что они будут востребованы, потому что хороший номер, он всегда востребован. Он никогда не сидит без работы. Через 5 лет каким должен быть цирк, согласно вашей стратегии? Что это должно быть такое? Своя труппа должна уже? Уже должна быть, конечно. Уже должно быть свое шоу обязательно, которое должно работать постоянно. То есть постоянно действующее шоу в казанском цирке. Значит, каким он должен быть в планах дооснастить, сделать его более современным в плане технического оснащения. Это какие-то и проекционные экраны, да, это добавить и света сюда, то есть это уже чтобы была такая какая-то мультимедийная история должна быть добавлена. Она расширяет немножечко пространство. Вот. Обязательно это должна быть. Это должен быть культурный центр Татарстана. И здесь должны быть проходить какие-то вот не только цирковые представления, а мероприятия, создаваться эти мероприятия должны здесь и демонстрироваться эти мероприятия здесь. Вот. Обязательно с различными... Ну, мы уже стали, кстати, вот на этот путь встали. Например, цирк же работает, например, только субботу и воскресенье, а со вторника по пятницу ничего не происходит. Для зрителей, я имею в виду. Ну, мы своей жизнью живем, там репетиции, все такое. Вот. А хотелось бы, конечно, чтобы мы работали. И в эти моменты, я говорю, что слово коллаборация уже у всех оскомину набило, но синтез с другими учреждениями культуры. Что цирк через 5 лет не воспринимался просто, вы знаете, вот эта летающая тарелка и там только цирк. Нет, там такой, там интересная культурная объект жизнь. Культурной объект жизни. Культурной жизни, причем центральный. Там происходят все смелые и громкие эксперименты, которые имеют воплощение.